На самом деле вы являетесь звездой по сути своей деятельности, по достижениям, по результатам. И это реальность та, которая есть. На самом деле, если есть успех, большой успех, он, как правило, сопровождается завистью. Так ли это? Конечно, это однозначно. Однозначно я живу с завистью много лет, очень много лет, и меня, честно, улыбает это чувство, потому что мне кажется, что мне оно не присуще. Может быть, поэтому у меня что-то получалось все это время. Чему завидуют? Я не знаю. Но вы же любите. В том-то и дело. Но почему? Некоторые думают, что все это мне досталось за длинные реснички, за красивую внешность. А человек будет оправдывать свой неуспех чем угодно, лишь бы не признать чужой. Вот и все. А мне с этим легко. Я признаю чужой успех. Мне легко признать чужой успех. Я говорю, ты молодец. Ты молодец. Я тоже так хочу. Наверное, поэтому, когда в человеке нет черни и зависти, ему гораздо легче, чем жить и считать чужие проекты, чужие успехи, смотреть, просматривать, анализировать. Я никогда не смотрю чужие проекты, чужие клипы. Я могу их напороться там, по телевизору, да, если мы сейчас говорим там, о продюсерах. Но мне, честно, неинтересно следить за творчеством кого-то. А люди завистливые – это люди ущербные. И у них никогда ничего не получится. Сколько людей завидуют вам, как вы думаете? Я думаю, много.